будет прыгать в длину чемпион мира в тройном прыжке Люкман Адамс. Вот так что, кто хочет посмотреть на Люкмана, кто его давно не видел, вот он по себя попрыгает, попробует в прыжке в длину. Кстати, как и чемпионка мира в помещении Катя Конева в тройном прыжке, она тоже завтра будет прыгать в длину. Ну, а нам представляет участниц, финалисток, вернее, не участниц, а финалисток беги на 60 метров с барьерами. И тут два потрясающих имени. Ну, давайте все по очереди. Так, я взяла зачем-то протокол мужской. Хотя Давид Баску, там уже помню, Дмитрий Баску уже 7.63 по 53 пробежал. Беата Шрёд стартовала статуей по первой дорожке из Австрии. Здесь Джулия Пинелла из итальянка. Третья. Вот она, Каролин Дитрих. Одно из имен. Каролин Нитро, кто помнит эту бегуню, потому что Дитрих она стала не так давно. 7.80 ее личный рекорд. Полтора года не выступала Каролин Дитрих из-за травмы. И вот такое ее возвращение здесь, на родине, в Карлсруе. Замучили ее просто травмы. И вот теперь она чемпионка Европы, между прочим, она в помещении в 2011 году. Эллен Беринг, еще одна сильная европейская бегунья, стартует по четвертой дорожке. Синди Роледер, Германия, будет стартовать по пятой дорожке. И посмотрите, кто побежит по шестой. Эту девушку, конечно, вы сейчас все узнаете. Сюзанна Калур. Рекордсменка мира здесь, в Карлсруе, в 2008 году она пробежала 7.68. С 2010 года мы не видели Сюзанну Калур на соревнованиях. Ее просто тоже замучили травмы, проблемы у нее были. В общем, и вот посмотрим, какое будет возвращение Сюзанны Калур. Надеюсь, все получится. Ну, нам бы очень этого хотелось. Анне Загре, бельгийка, по седьмой дорожке. И Надин Виссер из Нидерландов будет стартовать по восьмой дорожке. Итак, Каролин Дитрих, третья дорожка, Лин Берингс, четвертая дорожка, Синди Роледер, пятая, и Сюзанна Калур, шестая дорожка. Вот основные претендентки здесь на победу. Лидер мирового сезона, напомню, два дня назад стала Алина Талай. Она пока единственная, кто в этом сезоне выбежала из 8 секунд, 7.96. Алина Талай будет стартовать завтра на русской зиме. А здесь у нас Дитрих, Берлинг, Роледер, Калур. Сюзанна Калур, еще раз повторю, мировая рекордсменка, 7.68. 2008 год в Карлсруе, но на другом треке, еще раз вам скажу, что не здесь, на другой арене. Сюзанна показала такой результат. Фальстарт. Фальстарт. Надин Виссер, на мой взгляд, показала, которая бежит по восьмой дорожке. И сейчас ее должны дисквалифицировать. Ну, если только судьи сейчас не увидят, что это там какое-то нарушение, там, я не знаю, техническое. Но она выбежала пораньше. Но это, на мой взгляд, я еще раз повторю, все решают судьи. Они сейчас посмотрят специальную аппаратуру, монитор, у них там все записано. Ничего выдумывать они не будут. Да, все, она уходит. Надин Виссер ушла. Нет, ее вернули. Зеленая карточка, иди обратно. А почему-то ушла Лин Бирингс. Так, всех вернули, да? Восьмая дорожка стоит, все отлично, всех вернули. Какой-то технический сбой был, может быть, там соединение произошло у кого-то с колодками или еще что-то. Возвращают спортсменок на старт, все они снова побегут, показали всем зеленую карточку. Гриппич, 4.80, вторая попытка, пока нет. Ну, у нас есть еще одна попыточка, ничего страшного. Еще раз повторю, кто не видел. Мы уже сегодня прыгнули 4.73, а это личный рекорд Саши. Так, ну, а у нас еще одна очередная попытка стартовать в беге на 60 метров с барьерами. И очень хорошие имена здесь. И
Итак, основных претенденток представлю. Каролин Дитрих по третьей дорожке, Элин Берингс по четвертой, Синди Роллидер по пятой и Сюзанна Калур по шестой дорожке. Главное, чтобы все обошлось. Да, все стартанули, все отлично. Элин Берингс очень быстро начала, хорошо начала, но ее просто съела, просто Синди Роллидер ее просто съела. 8.01. Не удалось девочкам выбежать из 8 секунд, но результат очень и очень неплохой. 7.95 Роллидер, личный рекорд. Посмотрите, как здорово стартанула Берингер. И как вот здесь набежала здорово Роллидер. Сюзанна Калур, какой была здесь? Раз, ну, третья, мне кажется, где-то, да, была Калур? Синди Роллидер. 8.03 даже ей дали. Ну, к радости местных болельщиков победила бегунья из Германии. 8.03. Результат Алины Талай. 7.96 остался на верхней строчке мирового рейтинга. И завтра Алина попробует в Москве его улучшить. Ну, я надеюсь, что попробует. У нас быстрая тоже дорожка. В прошлом году Юниел Перес установил, между прочим, 5.80. Это уже результат экстра-класса на сегодняшний день, как я считаю. Итак, результаты. Синди Роллидер 8.03, Загры 8.10, Берингс 8.13, Калур 8.14 и Дитрих 8.16. Я имею в виду, эти девочки возвращаются. 8.14 и 8.16 для первого старта. После таких перерывов я считаю, что это очень и очень неплохо. И от этих девчонок, конечно, можно ожидать всего-всего. А вы посмотрите, что здесь бежали одни представительницы Европы. Это значит, на чемпионате Европы.